Ярцев. Конечно, очень важно не просто закрепить вчерашний успех, то есть выиграть итоговый по сумме двух танцев, но и выиграть, постараться и произвольный танец у своих главных соперников Чок и Бейса. Что ж, замечательная программа. Они и сегодня так же убедительны, как и накануне в коротком танце. И это серьезнейшая заявка на лидерство в мировых танцах на льду. Ну вот мы видим, что
технически.